Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Мерон. Сегодня я расскажу вам про самые свежие новости про открытие границ СНГ. И перед началом видео я хотел бы попросить вас подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новостей про открытие границ СНГ. Также, открытие какой страны вы ждете? Пишите в комментарии. Если у меня будет ответ на это, я постараюсь незамедлительно снять на эту тему видео. Украина открыла границу для въезда иностранцев. Действие норм постановления о запрете въезда иностранных граждан закончилось в полночь 28 сентября. С полуночи сегодняшнего дня, 28 сентября, иностранцы снова смогут свободно въезжать на территорию Украины. Действие части постановления номер 757, в которой был предусмотрен запрет на такой въезд, прекратилось. Узбекистан и Таджикистан сегодня на встрече в Душанбе обсудят вопрос открытия границ между странами и возобновления авиасообщения. Решение будет принято завтра. Дорогие друзья, недавно был создан важный опрос про то, открытие какой страны вы ждете. Обязательно проголосуйте в нем, ведь так я пойму, про какую страну нужно будет выпускать больше новостей. Данный опрос проводится в телеграм-канале, ссылку на который я прикреплю в описании к данному ролику. Подписывайтесь на этот телеграм-канал и будете самыми первыми узнавать о свежих новостях. Друзья, кто с нетерпением ждет открытия границ СНГ, ставьте лайк, посмотрим, сколько нас будет. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Всем пока, всем удачи, и вы были на канале Мерон.